Отправляешься в путь, полный в сердце огня, на коне. Тебя ждут бесконечные дали. Но ты помни, что слово быстрее коня, а адыги коней просто так не седлали. От бесчисленных битв окрепла душа, и кинжалом своим ты владеешь умело. Но ты помни, что слово острее ножа, а адыг свой кинжал не достанет без дела. Вдруг по воле судьбы ты стал очень богат, о доходе твоем слагается повесть. Но ты помни, что слово дороже, чем клад, а адыг ценит в людях не деньги, а совесть. В наши дни забывают о том, что исконно, и людей новизна влечет снова и снова. Но ты помни о древних адыгских законах, никогда не нарушь тобой данное слово. Аул Малая Псиушхо. Его история связана с так же, как у многих аулов, с 1880-ми годами. Сегодня это большой, молодой, развивающийся аул, в отличие от большого Псиушхо, который уменьшается, наоборот. Это связано с тем, что здесь более доступна дорога и все остальное, чем большое Псиушхо. Как говорил один старик большого Псиушхо еще в 50-е годы, когда-нибудь большое станет малым, а малое большим. И так и случилось в итоге с этими аулами сегодня. Малое Псиушхо стало больше, чем большое Псиушхо. По поводу названия, Псиушхо берет основу от топонимики, от горы Псиушхо. Но как переводят топонимику, например, тот же Мадин Тешев, местный туапсинский историк, археолог, переводил точнее. Значение примерно переводится как «стоянка оленей» или что-то в таком духе. Некоторые переводили как «место моления богу Кадешу». Но это очень условно. Ну, место здесь также полна красивых вот этих пейзажей и древности в виде дольменов и курганов. Аул Малое Псиушхо, как и Большое Псиушхо, он получил свое название также от одноименной реки. Некоторые ошибочно считают, что оба аула связаны и что Малое представляет собой выселенцев из аула Большого Псиушхо. Но это не так, фактически. Первые сведения о поселении появились в 1870 году, даже раньше, чем в ауле Большого Псиушхо. В 1905 году здесь было уже 20 дворов. Переселенцы пришли сюда также из Хаджимука-Хабля, а частью из Тахтамукайского района, но отдельной волной. Конечно, позже сюда поселялись семьи из Большого Псиушхо тоже, но это было позже. До Кавказской войны на месте современного населенного пункта Малое Псиушхо существовал шапсукский аул Кодышахыб, который был разрушен в ходе военных действий и заброшен. На карте 1870 года он числился под тем же названием, что говорит о том, что среди вернувшихся были представители местных родов, которые знали старое название. Сегодня аул Малое Псиушхо в обиходе на адыгском языке продолжает называться Куадышихэп, что некоторые переводят как «стоянка оленей», например, тот же Тешев. Также Тешев считает название реки Малое Псиушхо неверным, называя эту реку Пчиякс. Меритуков связывал название с переводом «места приношений богу Кадешу», хотя такой образ связан больше с морем и рыбой, чем с такой вот внутренней степной, полустепной местностью. Сегодня в ауле проживает чуть более 250 человек. Есть свой хороший дом культуры с танцевальными коллективами, курсами родного языка и выставками кукол местных мастеров. Они самая молодая и маленькая группа. Я понимаю, что это танец новый. Ее чистить, но постараемся, да? И озвучиваем, понятно? Не стесняемся. Все, и готовимся. Thank you.
видели два варианта танца. Это девушки, классический танец, девичий танец и танец джигита. Это одна из немногих лезгинок, которые есть на Кавказе. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Мы молодцы. Ну да, молодцы, будем расти. Международный фестиваль «Адыгские звездочки» города Майкопа. Да, это фестиваль адыгской черкесской культуры, а тот фестиваль тоже международный, адыгские звездочки. Вот. И еще у нас есть Лазаревские родники, региональный фестиваль. Мы там тоже и лауреаты первой степени, и второй, много лет, каждый год мы ездим, и без дипломов практически еще ни разу не возвращались. А международные это фильмы, это вы делаете? Международные это Турция, Греция, Германия. Где они живут? Да. Нет, вот адыгские звездочки и Молдовы, и все национальные казаки, все, буквально все, кто хотят. Школы нет, но дети занимаются в соседнем поселке Георгиевское, куда ходит автобус, в том числе и из Большого Псюшева. В ауле проживает имам адыгов-шапсугов Батмис Шхалахов, но мечеть здесь так и не восстановили, хотя она существовала до 1930-х годов. В дальней части аула протекает речка Напсоотам, название которой связывается с старинным местом проживания адыгского рода Напсо. Особых мест религиозного почитания в ауле нет, но он находится на равнинной местности, окруженной пастбищами и садами фундука. Аул Малая Псиушхо – родина героя Советского Союза Тхагушева Исмаила Халиловича, дальнего родственника известного садовода. Его именем названа главная улица аула. Сегодня здесь живут в основном семьи молодого и среднего возраста. Старейшин, к сожалению, почти уже не осталось. Многие предпочитают жить в Туапсе, так как работы особо в ауле нет. И тем не менее, выглядит он намного более живым и активным, чем соседний аул Большой Псиушхо с разницей населения в два раза. Местные дети занимаются адыгскими танцами под руководством опытных преподавателей и успешно участвуют в различных российских, международных конкурсах. Это гордость для них и учителей, и их родителей. Да. Вот это уроженец нашего аула. Угу. Он жил, рос рядом вот за клубом. Угу. Здесь родственники, племянники остались и живут. Да. Главная улица, по которой вы ездите. Я вижу дома многие с вывесками. Называется Тхагушева. Мы гордимся, он у нас единственный герой Советского Союза, погиб, правда, молодым, но мы очень гордимся. В интернете о нем мало что говорится, но мы рады, потому что в Георгиевке наши сотрудники, режиссеры сняли о нем маленький ролик и тоже участвовали в каком-то... для какого-то мероприятия, я точно сказать не могу, заняли первое место по краю, этот ролик занял. И вот хотя бы у нас это о нем есть. Это бои на Днепре, как происходили, все смонтировано, все сделали красиво, режиссерски обработали, очень красиво. Эта выставка проведена благодаря работам наших детей, вот, мастеров, которые живут здесь. Руководитель народно-прикладной студии Зурет Пченашева, Зурет Исмаиловна. Вот. Четыре раза они подтверждали звание образцовый. Вот. Это все сделано руками детей с помощью руководителя. Вот. Она работает долгое время в культуре, начинала библиотекарем, потом перешла руководителем. Директором Дома культуры Большого Псиушхо, она жительница Большого Псиушхо. Вот. Сегодня она очень хотела поприсутствовать здесь, но в связи с здоровьем. Все эти работы попадливо, с большой любовью дети делают. С большим удовольствием они приходят. Ну а куда им приходить? Это единственное место, куда они приходят. Да. Мы по вечерам играем в теннис. Она тоже, кстати, это клуб выходного дня, этот кружок ведет она же. Вот. Проходят здесь теннисы, и турниры мы проводим, шашка-шахматы тоже проводим. Вот. А так, в общем, в клубе 4 творческих кружка. Это народная прикладная студия, это образцовый коллектив, это хореографический адыгский, который есть еще дети гор.
Mm-hmm. Называется, это младшая совсем, вот mm-hmm. вы ее видели, mm-hmm. сегодня маленькая группа, есть средняя группа, есть старшая группа. Два раза из них мы занимаемся в Георгиевке, mm-hmm. чтобы людей побольше собрать в полном составе, начиная с малышков. Это 34 на сегодняшний день в составе, да. Здесь у нее, по-моему, 20, если я не ошибаюсь. А в общем, у нас 34 mm-hmm. старшие и средние, младшие, это танцоры, созвездие называется. У нас драматический кружок, который называется «Маска». Mm-hmm. Это мы ставим маленькие сценки, учим скороговорки, mm-hmm. вот на наших адыгских вот этих сказках народных, то, что мы в жизни видим, mm-hmm. потом наши адыгские свадьбы, кусочками мы составляем, делаем небольшую режиссуру, актерскую, мы обыгрываем, и на наших маленьких концертах мы... Но мы однажды даже ездили на фестиваль «Истоки», где занимали первое место, и мы показывали обряд нашей адыгской свадьбы. Кража невесты и свадьба. И мы получали на краевом фестивале первое место. Мы самое первое, когда «Маска» открывалась, мы ставили «Три брата», тоже по мотивам адыгских сказок, и получали второе место тоже на фестивале по театрализации. То есть у вас ребята погружены в традиции? Погружены. Все дети и подростки, и юноши приходят. Вот со студентами, конечно, сложнее, но мы подстраиваемся под них, потому что они нам как крупинки дорого. Поэтому мы делаем по вечерам, субботу-воскресенье. А иногда даже включаем скайпы и работаем. Ладно, то есть, ну, прогрессивно. Дистанционно, если надо. Вот сейчас мы готовимся к краевому фестивалю «Благо России». Краевой фестиваль сейчас 10 ноября у нас будет. Вот. И мы готовимся к нему. Вот так вот у нас гармонист наш находится там. И мы включаем то, что нарезки, фонограммы тут это, а то, что на живую должны, мы оттуда репетируем. Здесь на, он там оттуда играет, мы здесь, чтобы, потому что мало времени, и он только через выходные приезжает. Поэтому, чтобы накладки никакой не было, и лицом грязь не дали, придумали вот такую вот версию. Кстати, у вас гармонист, а нет у вас, кто играет на кабалее, на шепшине какие-то? Пхачич. Пхачич. Нет, Пхачич, молодежь в основном она умеет. На барабанах мы тоже ездили, обучались, не сами нам помогали, спонсорская помощь, мы приглашали, мастер-класс нам проводили. Вот родители, которые детям своим купили барабаны, они учились, у кого есть слух, да, они учились есть. Вот, кстати, учительница английского языка, сын ее тоже сам захотел и вот учится на слух, не по нотной грамоте, а уже играет. Я вам скажу, он несколько месяцев проходил, а все наши мелодии уже играют. Потому что он трудится, конечно, это большой труд, сидеть по несколько часов. Да, да, поэтому вот. Недавно мы были на 8-м международном фестивале адыго-черкесской культуры в городе Майкопе и заняли второе место. Вот дипломы наши все там. Наши все достижения вот в этих рабочих тетрадях наших. Я правильно понимаю, если я услышал вас, что у вас даже студенты, которые уехали где-то учиться, они в любом случае как-то вот вовлечены в культуру, они не отрываются? Достаются они нам тяжело, но большое спасибо преподавателям, которые идут на уступки. Фестиваль бывает это, но если мы отправляем письма, отдел культуры нам помогает, наш начальник культуры по Георгиевскому округу, они пишут письма, и образование не препятствует. Оно отпускает, учатся у нас и в Лазаревской, учатся у нас и в Майкопе дети, и они приезжают. Спасибо вам. Да. Хотя стена плохо, хотя стена.